Всем известно, что лучший отдых для человека – это перемена деятельности. Проект «Активное долголетие» дает возможность пенсионерам Подмосковья свой золотой возраст встретить не дома на диване перед телевизором, а интересно использовать для здоровья. Летом путем голосования на портале «Добродел» жители Подмосковья выбрали 10 самых желаемых видов занятий. По нашему опыту, нашего района, у нас такие фавориты этих активностей – это экскурсии, поездки по Подмосковью, плавание в бассейне и йога. Вот это 3 самых популярных направления, на которых к нам приходят пенсионеры. Записаться можно несколькими способами. Если обобщить, то можно очно, можно заочно. Если очно, то нужно позвонить или прийти к нам в центр, позвонить по телефону 540-4607, прийти, затем написать заявление. И если через интернет, очень много возможностей, есть специальное приложение мобильное по социальным услугам, есть наш сайт, где можно посмотреть расписание, и есть портал. Вот на него стоит обратить особенное внимание. Он сейчас только-только начал работать, долголетие Мусрек. И там есть возможность не только записаться на все наши активности по долголетию, но и записаться на диспансеризацию, на прием в мобильном ФАПе, на оказание социальных услуг. То есть такой вот большой комплекс услуг. Многие думают, будто занятия спортом в целом, а йогой в частности, это удел молодых, перспективных, энергичных и целеустремленных людей. Чтобы выполнить упражнение, нужна физическая сила и подготовленность. На самом деле йоги все возрасты покорны. Танцы – тоже один из замечательных способов поддерживать себя в форме, заряжаться энергией и позитивными эмоциями в любом возрасте. Танцы дарят отличный жизненный тонус, помогают пребывать в хорошем настроении, делают жизнь яркой и интересной. Вот почему начинать танцевать никогда не поздно. Для меня это тоже новый опыт, потому что я в основном работала с детьми. Но пожилые люди, они более, как сказать, ранними, и с ними надо очень мягко и внимательно относиться, потому что у многих что-то не получается. Вот мне было такое после первого занятия: ой, мы, наверное, не будем ходить, у нас не получается. Вот, ну, их надо обязательно поддерживать. Знаете, после танца мы всегда хлопаем, я благодарю их, я поднимаю им тонус, я говорю, все получится. И в этом отношении чуткое внимательное отношение тоже вот дает свои результаты. Людмиле Николаевне 80 лет, а ее супругу Юрию Григорьевичу 86. Но душой они всегда молоды. Еще он работал, я все время думала, чем бы его занять, когда он просит работу. Будет, думаю, ходить из угла в угол, это же не дело. Вот. А тут открылись такие вот, как сказать, курсы эти. И мы ходим. Это не мы курсы, иногда, это ну, занятия. Мы занятия ходим для пенсионеров. Он ходит, поет, потом вот ходим на танцы, потом на йогу ходим. И на дыхательные упражнения. У нас такой хороший, молодой парень, тренер. Вот сразу он заходит, уже у тебя настроение поднимается. Он всегда улыбающийся такой. И вообще такую энергию получаешь. Ну, то есть вы активные сейчас? Да. Всегда. Присоединиться к проекту «Активное долголетие» может любой подмосковный пенсионер, женщина от 55 лет, мужчина от 60. Все занятия проводятся бесплатно. Узнать больше о проекте и записаться на активности можно на сайте долголетие.мосрек.ру или по телефону 540-4607.